Решили хайпануть. Безруков оправдался за критику Бузовой. Актер Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес певицы Ольги Бузовой за ее роль в постановке «Чудесный грузин». Его слова передает nk.ru. «Мои претензии были даже не к исполнительнице, а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решила хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в академическом художественном театре. Вот в чем проблема», – сказал он и отметил, что даже не называл фамилию Бузовой. В качестве примера он привел Сергея Бодрова, который не был профессиональным актером, но все равно смог создать убедительный образ на экране. Также он упомянул Светлану Акиньшину, которая, несмотря на то, что в начале своей карьеры еще не была профессионалкой, все равно органично смотрелась в кадре.